кто такие динозавры? Динозавры – это такие большие были ящерицы, которые жили много лет назад. А потом на Землю их упал метеорит от вулкана, и они все вымерли. Динозавры по-русскому означают «ужасный ящер». Некоторые из них могли защищаться шипами, а некоторые могли даже летать. Это древнейшие животные. Какими бывают динозавры? И динозавры бывают, и птеродактили, крокодилы еще были, это родственники их. Не бывают травоядными и дикими, большими или маленькими, летающие, водоплавающие, страшными, кровоядные. Динозавры могут быть злыми. Они похожи на ящериц и на змей. Чем питаются динозавры? Мясом и травкой. И другими динозаврами. Травоядные едят кусты и деревья. А хищники едят мясо насекомыми. Листочки там некоторые, кустиками. Куда ушли динозавры? Искать себе какое-то новое помещение. Они не ушли, они вымерли 1000 лет назад. Потому что метеорит упал, образовалась плохая погода, им нечего было кушать, и они вымерли. Некоторые застряли на ледниковом периоде. Они никуда не уходили, они вымерли. Когда снег, они ведь куда? У них ведь нор нету. Они их копали, но не докопали и умерли все зимой. Живут ли сейчас на нашей планете динозавры? Остались всех у нас только мало. Крокодилы, ящерицы, акулы, черепахи, ежик, змея может быть похожа еще. Нет, только вот собирают остатки динозавров по всему свету, по всей планете нашей.